Наталья Хаткина родилась 2 сентября 1956 года. Окончила филологический факультет Донецкого университета. Преподавала русский язык и литературу в сельской школе. Работала в донецких газетах. Последние 20 лет работала в детской областной библиотеке Донецка. Она автор 4 книг стихов, а также поэзии для детей. Наверное, надо потерять человека, чтобы понять, кто ушел от нас, кем был этот человек и какова утрата, ее, так сказать, тяжесть этой утраты. Вот так произошло именно с Натальей Хаткиной. При жизни все знали, какой она замечательный поэт, а как только ее не стало, оказалось, что она не просто замечательный поэт, а просто даже гениальный поэт. На встрече, посвященной памяти Натальи Хаткиной, юные артисты Донецкого театра О читали ее стихи. Также можно было увидеть рисунки художника Леонида Левицкого, иллюстрации к произведениям поэтессы в журнале «Фонтан». Эта уже встреча проходит второй раз. Я называю это праздником. Некоторые люди привыкли называть это вечером памяти, но на самом деле я считаю, что 2 сентября отмечается в Донецке как день рождения Натальи Хаткиной, поэта, прозаика и великолепного критика. Наталью Хаткину всегда называли солнечным человеком за оптимистичную жизненную позицию и чуткое отношение к миру, зачитываясь ее произведениями от детских песенок и считалок до традиционной женской лирики. А я на месте тети Кати не ходил весь день в халате, а на месте тети Клавы не зевал, как крокодил, а на месте дяди Пети свет гасил бы в туалете, а на месте дяди Славы я бы бороду побрил. Вечер памяти был наполнен теплыми воспоминаниями о поэтессе и словами благодарности за ее творчество. Наталья Шевченко, Александр Пугачев, Первый муниципальный.